И всем привет, смотри, котята, с вами по-прежнему я, Суперкот, и всего что? А, ну, в общем, сегодня у нас с вами опять-таки новый видос по Rail Racing, нашему любимому. И у нас открылся новый этап, можно так сказать. Или как это правильно называть, даже не знаю. Это у нас тут Porsche RS Spyder EVO. Такой вот автомобиль. Естественно, ребят, мы это попробуем сегодня с вами допройти. И уже в скором времени, через где-то 2 дня... уже будет этап на ливрею для Chevrolet Camaro SS 2017 года. Ну, в общем, давайте сейчас с вами начнем с этой Porsche. Я уже немного тут попроходил, поэтому давайте забацаем с ней кубок. Довольно прикольно выглядит на самом деле Porsche. Такая чисто открытая машина с одним сиденьем. И ничего лишнего. Фары довольно интересные. Но я не знаю, по-моему, это новая машина, что ли. Я точно не знаю, когда она была создана. Ребят, пишите в комментах, кто знает. И вообще, давайте актив в комментах поднимать, мне он нужен при 4К подписчиках-то и миллиону просмотров на мои нарезки трансформеров. И, кстати, для нее шли довольно такие, ну, практически аутентичные ливреи. Вот черно-бело-красное, а вот зелено-белое. Ну, так, что-то средненькое, а вот просто черный. Давайте даже попробуем сейчас на черненькое погонять. На черненькое, спасибо. И посмотрим вообще, как автомобиль себя поведет. Ну, естественно, я его прокачал на фул. О, прилично соперников. Red Bull Ring. День — это скорее восход, нежели день. Решил я попробовать позаписывать на встроенную прогу в телефоне. Надеюсь, что-то из этого хорошего выйдет. Обзорность капец. Это не как и в обычных машинах. Тут прям ох. Почему-то она, кстати, правосторонняя. Праворульная, простите. Ну, тут всякие вон разные, зеленые, красные. И LED-фары, кстати, сзади, если заметите. Ну, LED, светодиоды, как хотите, так и называйте. Сейчас чуть громкость потише. О, братанчик, ты куда это? А что, слепстрим не завезли, да? Ну, ты прощай. Ох, ё-моё, ну и капотик. Полдороги чисто не видно снизу. С зеркала заднего вида вообще смех полный. Давай. Кстати, ребят, кажись, я научился ставить субтитры на английском языке в свои видосы. Возможно, будет у меня какой-нибудь видосик на инглише. Ну, в смысле, на английском. Ох, ёшкин. Ну да, а, сколько? Все, проехали, типа? А, 3 круга. О, весело, весело. Так, давайте, кстати, ее посмотрим получше. Да, LED-фары. Светодиоды, это явно новая машина. Ну, я прям, наверное, не сказал бы, что прям убер-убер-убер новая, но довольно-таки новая. Хотя тут, по-моему, ну, спереди лампы стоят. Ну, я говорю, так, средне-новая. О боже, и это мыльная текстура карбона. Да, даже графон. Хотя тут графон одинаковый, в принципе. Тут что на эмуляторе, что на андроиде, одно и то же. Звук у движка интересный довольно. Да уж, постараюсь, кстати, ребят, по этому сезону, так сказать, выпускать больше видосов, чем по нескольким другим предыдущим сезонам. Ну так вот, также видосы будут выходить, ну, думаю, перед началом, ну, или даже после начала каждого там этапа, допустим, вот с какой-то определенной машиной. Допустим, дня через два также постараюсь выпустить видос с зарабатыванием, так сказать, ливреи на Chevrolet Camaro. Да, я, кстати, блин, не знал то, что на Феррари, которая ливрея раньше была там, то там просто, по сути, проехался круг на скорость, тебе ее дадут. Дали вы. Надеюсь, здесь так же будет. Ну, что-то подотстал пацанчик на 500 метров. А, ну, видимо, то, что у меня, типа, фулл вкачанная тачка. Можем, в принципе, сейчас почередовать, типа, одно состязание на этом Porsche, а другое там на M4, GT3 там или... Чё у неё за группа, точно не помню. По-моему, GT3. Кстати, блин, сколько обещаю видосы со старого канала, что-то они так и не выходят. Да, блин, иногда даже лень их просто мне находить со своего старого канала и качать их потом оттуда. Ладно, разберемся как-нибудь. И все, последний круг. Вернее, последние несколько метров.
3 минуты 58 694. Довольно быстро проехал. Ого, этот вообще практически на целую минуту отстал. Новый уровень, бонус. Нет, бонус. А бонусом и не пахло, что? А ты у меня есть. Так, что тут у нас? Гонка на выживание, боже, это бред. Охотник и кубок. Давайте, ребят, как я и хотел, чуть-чуть почередуем. Так, ты приближаешься к группе автомобилей, попробуй съесть фильм на хвост, затем обогнать всех шестерых, не дай свернуть свои позиции. А, я же говорю, М4, GT3. Ну, погнали. Я ее, кстати, могу прямо сейчас купить, ребят. Она уже доступна в магазине. Ох, ё. А, мы еще и ночью гоняем. Ну, давай посмотрим, что из этого выйдет. Так, котяра, брысь, кому сказал. Мелочь пузатая. Давай, газуй, погнали. Ух, это будет сложно их нагнать. Тихо, давай. Блин, тачка фул вкачена. Они едят. Особо прямо так. Фанатек? Нифига себе. Подожди, Фанатек, а это разве не контора, которая рули пилит? Или эта контора, она занимается и как бы для настоящих гонок, и для симрейсинга? Весело, нечего сказать. Два из шести. Слепстрим еще надо. Давай, слепстримим. А, тихо. Тихо, спокойно, стоп. Ну куда ты? 3 из 6 есть. У меня 7000. Я это не пройду, ребят. Нет, это вот это, скорее всего, пропускать придется. Блин, фанатековский руль, офигеть, я даже не знал. Интересно, а для симрейсинга такой запилят? Хорош бортуетесь, пацаны. Мне понравилось. Вон еще один кочегарит. Давай. Нет, только не в стену, не надо в стену. Нет, я его не догоню. 305, она на пределе, машина моя. 306. Она на пределе, по-моему, максимум 307 поедет. Это, по-моему, Дейтона, если... Да, это Дейтона. Это не Индианаполис, это Дейтона. Как минимум. Ну-ка, зацепись. Нет, не получится цепануть. Так, давай, тормози позже. Давай, цепляемся. Хвостиком. О, тихо. Давай, братанчик, я там за тобой. А, хорош, шестерых обогнал. По-хорошему бы зацепиться теперь надо, с слепстримом. Не пройду, скорее всего. Ну да, моя БМВшка, она на пределе и то едет. Ой, нифига бортуют, пацаны. О, вот сейчас можем, кстати, это сделать. Не-не-не-не, братанчик. Дебила кусок. Чё тормозил, вот непонятно. Ну, ребят, по сути, это испытание, конечно же, выполнимо, но не в данной ситуации. Я как бы это сделал, ну да. А, я еще и третьим приехал. Ладно. Нет, ребят, по сути... А, это вообще Rolex 24 часа Daytona. Я вас понял. Не, все. Пропускаем. По сути, я это сделал, но... В смысле, перегрев. Еще на 3 позиции. А, теперь уже ночь. То был, видимо, закат. То было, видимо, закатом. А я где? Угу. Да, хотите сказать, если я перегреюсь, у меня там масло в двигателе закипит, да? А, это у вас такая ночь, да? А, ну, по сути, луна, во-первых, идеального какого-то фига идеальный диск, и слишком ярко светит, как солнце на восходе или закате. Так я тоже тут могу закипеть. О, пацаны, у вас там трое, ну-ка, прекратите там в кювет. Ой. В кювет прекратите, мне там как раз надо, чтобы вы там оказались. Вот прям очень надо. Ну. Так, первый пошел. Все, фиг обгонишь. Еще как минимум 2 круга.
Хотя нет, вру, один круг. Пацаны, ну замешкайтесь там, вот как раз на этих поворотах. Давай. Мешкайтесь, пацаны, мне не жалко вас. Ну-ка, может, поймаю фипстрим. Нет, не ловлю. Во-во-во-во, ну-ка. Бентли пошла вон. Чисто с трассы выбил, чел. Чела. Давай. Такая же точно боевая, такая же абсолютно боевая. Давай. Ю. У меня еще и движка перегрев. Сейчас будет флам просто. Мне нельзя давать себя обгонять. Масло, остывай, иначе я закиплю. Кипеть буду сейчас реально, кипеть буду, ребят. Это жопа. И извиняюсь за выражение. Это жесть, я реально сейчас закиплю. О, братанчик, а ты фигли там забыл. Слышу, коней притормози. Ладно, я тебе это припомню. О, нет, масло в оранжевой зоне. В оранжевой зоне. Плохо дело. Да, он еще и отстающих на круг, я смотрю, догоняет. Или это там этот какой-нибудь пейскар едет. Ярко-оранжевая. Вот и же, блин. Ну-н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 у. Ты там притормози. В кювете желательно. Краснеет зона, краснеет, в хлам краснеет. Слышь, у нас Астон Мартин фигарит, что ли? Движок, все, ему сейчас перегреется. Я в курсе. Звуки перегрева слышны. Все, я выполнил, идите лесом. Да, правда, еще и БМВшку поменяю. А, не бита, не крашена. Мне красочку поправят, там все это пофиксят, все баги. И неровности. Да ты ж у меня есть. Скидка 100%. Ребята, вам не офигеть. А вот кто здесь. Конечно, маловато, постараюсь не... А, стоп, нет, не пропускать. Ребят, я знаю, там хотели еще на Порше погонять. Погоняем. Погоняем. Ой, 9%, вот как так. Я первый! О, братанчик! Все, фиг проедешь. Ты где там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! На Поршеке кочегарит, пацан. На Поршеке чел кочегарит. Топливо в хлам улетает. Просто в хлам улетает. О! А сколько кругов? 3 круга? Вы серьезно? Блин, грязь, свали, пожалуйста. Не тормози. Смотри. Слушай, а чё Порше, она быстрее BMW, что ли? Это как так? Слышь, ты за мной с липстримом не увяжешься, братанчик, не в этот раз. Не-не-не-не-не. Смотри, сейчас на обгон пойдёт. Мы, кстати, я хотел посмотреть повтор, где там Бентли эту вынес. С трассы. Ладно, ничего. Он прям мне в пятки дышит. В спину дышит. Смотри, сейчас на обгон пойдёт, отвечаю, на обгон пойдёт. А, всё, подотстал, Лошок. Зассал, испугался. Столкновение. И там за ним еще какой-то лиман-прототип едет. Или что-то похожее. 8 литров. Там реально, там Акура. Это Акура? Это лимановская Акура? Ну, не лимановская, а в смысле 24 часа. Тачка явно. Смотри, как они плотно, слепстрим у них какой плотный. Да, ребят, это Акура. Я узнаю морду. Еще 2 круга. Ой-ой-ой-ой, напряжная гонка, ребят. Капец, какая напряжная. Надеюсь, там звук не испортил мой голос. Все возможно, все он записывает. Не ври. Это кто? Это чел на Акуре, он его обошел. Не, братанчик, ты молодец, конечно, но фига себе, у вас там плотный слепстрим. Вы там на цепи, что ли, едете? Троф привязали чисто к заднему бамперу и переднему, и едут себе, кочегарят. Давай. Опа, ничего. Слышь. А, засал, братанчик. Вот теперь у него реально жесткий слепстрим за мной. Смотри, что происходит. Блин, что происходит, он прям за мной. Нет, сказал. Я сказал нет. Итальянец фигов. Нет, сказал. Нет. Пошел вон. А, это последний круг? Что-то я смотрю, это Акура. Она же Хонда американская. Капец, как мне в спину дышит. И у меня топлива ноль практически. Тут следи, не следи за этим уровнем. Толку ноль. Ребят, также, этот челлендж проходим, но надо тут жестко контролить, если это все.
Дела, у меня сейчас особо-то времени на это нет. О, опять в степи сейчас поедут. В диком слепстриме. Может, мы это с вами и пройдем, я даже не знаю. Блин, очень-очень мало топлива, и я надеюсь, его хватит. Ты смотри, он в спину мне как дышит, капец. Мы на круг отстающих догоняем, кстати. Вон, видите, спереди едет машина. Впереди, вернее. Смотри, пока 30 метров, но он сокращать начнет. Пол-литра, ребят. Да, хватит, спокойно, кстати. Он сокращает, смотри, как метры утекают. Я сказал нет, братанчик. Капец, у меня там машина уже. А все, я первый, айдите лесом. За 4 минуты я это прошел. Ну ладно. Почему бы и нет? Ой, все, в хлам, БМВшка. Реклама. Замазать. Все, рекламу замазали, отлично. Также, ребят, замазал рекламу абсолютно любой картинкой. Не нужна нам реклама. О, хороший, 4-й этап прошли. Так, забираем. Да, блин, достали вы со своими уведомлениями еще. Что за ЗК? А. Ну, спасибо и на том, что я хотя бы лучший пилот команды. А, окей. Да ладно, как бы я уж помолчу. Установим темп для этого отрезка. Нифига себе скоростно. Не-не-не, ребят. Вот это вот уже мы так пройдем. Это будет нереально для меня. Ну окей. Ну все, ребят, думаю, давайте последнюю гоночку, наверное, на сей раз. Но не уже не в BMW теперь, а кубок что? А, нет, 4 круга нет, спасибо. Маунт панорама, день. Охотничек. Ну давай посмотрим. Максимум там кто-то 68 метров. Ой, ну да, Порше там нифига себе против сливы. Ребят, вы серьезно? Еще 50 секунд ждать надо, а не жирно вам будет. Ну погнали, давай. Ох, как она медленно стартовала. Хотя довольно быстро разгоняется. 939 метров, это кто так слабо проехал? Мне интересно знать. Давай, гони. Во, тихо. А, я знаю эту трассу. Она капец какая извилистая будет сейчас. Смотри, как петляет. Маунт панорама, блин. Не зря, видимо, панорамой названа. Потому что тут явно какие-нибудь виды шикарные. Ну, в реале как минимум. О, на изи забрал. Первые две строчки, 7-е и 6-е место. Так, 5-й. Воу. Так, 4-й забираем. Я сказал, 4-й забираем. Нифига себе. Давай, 4-й мы забираем. 3-й, 103 метра. А, вон он. 103 метра. О, газ, давай, гони. Все, обошел. Ну что, постучимся в кабину? Тук-тук. Пока. Братанчик. 68 метров. А, да и на изи, блин, выиграли. Ну вот и все. Фух, ну что ж, ребята, с вами был я, Суперкот. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Там ссылку также на прошлый ролик по Rail Racing и на мой, естественно, самый популярный ролик, который будет потом переделан под новую версию. Там 2 динобота добавлю в анимацию. И чуток переструктурирую саму нарезку. Но это вы уже увидите в самом ролике по трансформерам в обновленной нарезке анимации. Ну а всем отличного настроения, ждите новых видосиков. С вами был Суперкот и всем пока!